сейчас, дорогие зрители, посмотрите на графике, в каких городах у нас есть кризисные центры. Куда может обратиться вот подобная женщина? В стране действует 41 кризисный центр, они расположены в каждом областном центре. Больше всего в Карагандинской, Ахмолинской, Кустанайских регионах. Туда могут обратиться жертвы бытового насилия. За прошлый год эта цифра почти приблизилась к 5000 человек. А вот в районах функционируют центры поддержки семьи. Таких по всей нашей стране 68. Там также оказывают юридическую, психологическую и социальную помощь. Все они работают в круглосуточном режиме.